Всем привет, и это новая рубрика «Повтори постройку», суть которой заключается в том, что мы смотрим на постройку и потом должны ее максимально красиво повторить, а потом будем смотреть постройки и оценивать их. Ну и конечно, перед тем как начать, давайте заберем кнопку лайка, подписки и колокольчика. Сейчас мы будем строить цепную реакцию. Я вам скинул фоточку, вы ее видите? Ну не прям такую, конечно, которую я вам скинул, может чуть-чуть поменьше. Но все-таки такая суть, то что палочки должны сгибать палочки. Мы должны максимально точно повторить этот рисунок. У нас на это будет 10 минут. Можно добавить что-то свое, если хотите, конечно. Так, давайте, побежали на свои кубики тогда. Биобега идея, как это выобразить. Так, готовы начинать? Да. Раунд начинается через 3, 2, 1, 0. У нас есть 10 минут, чтобы построить цепную реакцию. Давайте тогда начинать. Я даже, если честно, не знаю, как их строить-то. Домино мы закончили, получается, строить. Давайте посмотрим, что у нас у кого получилось. Ну и давайте начнем, конечно же, с самой первой доминошки вот этой. И давай посмотрим, как она у тебя работает. Так, и, конечно же, оценим после этого. А, ну у тебя приклеено. Давай-ка я уберу платформу, так нормально. Отойдите от доминошки. И ничего. Работай, давай. Дунуть надо. Я знаю, как сделать. Первая доминошка работает немножечко не так, как должно. Ну, смотрите. Не получилось оно, не получилось. Давайте, ставим оценки. Я поставлю, ну, желтую. Все пошло не по плану, да, не успели проверить, значит. Я ставлю желтый. Тут у нас 3 красных, 2 желтых, ну ничего. Ну пошли посмотрим, что у других, может у них еще хуже получилось. Так, у нас тут тоже на поршне механизм, да? Сейчас я уберу свою платформу и... Хотя бы что-нибудь получилось, лишь говорил, ты проверил. Давай посмотрим, как у тебя код работает. Сейчас начнем. Подождите, только никто ничего не трогает. Все! О! О! Поехало домино! Нет! Нет! Отойди, 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 отойди! Да, она работала как минимум. Не оставлю зеленый. Функционирует. Все ставят зеленый, я вижу, да? Я мог сказать, что у тебя прикольно и рабочий, поэтому я могу тебе поставить твердую зеленую. Все поставили зеленый тебе. Так, давай посмотрим у тебя тогда, а потом а у вот меня. Не удалять фон, не удалять фон. Black Fox, так. Посмотрим, что у нас еще тут. Раз, два, три. Что? Оно до конца прям заработало, ой. Прям все поехали и все сломались. Все, ставим зеленый, даже не один, а сразу 10 хоть. Оно работало. Вы видели, как оно идеально сработало? Прям сразу, все. Тут без оговора, что все зеленые ставят. Немного скучно, я так скажу. Немного скучно. А почему ты желтый поставил? У него хотя бы до конца сработало, а у тебя нет. Тебе один желтый поставили. Ну, все ставят жесткий зеленый, прям вообще. Вообще прям супер. Короче, победитель у нас есть. Теперь мое, надеюсь, оно не сломается, конечно. Ну что я могу сказать про свое? Отойдите, 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 не дышите. Ничего не делайте. Сработало! Сработало! Смотри, что сейчас будет. Зажив, нет, спасибо. Да, кстати, кот. Ну и что? Чёрт, я взрыв. А что салют не сработало? Да хватит спамить зелёнками. Ну доминошка сработала, потом у меня еще динамит полетел. Чего? А. Как ты там пушкой делал? Можешь еще раз сделать? А, как я делал? Ладно, ай, ладно, не надо. О, заработало. Ну, у меня оно короткое, если честно. Ну, я тут концовку сделал такую. Мне тут ставят зеленый. Ну, у нас 3 домино, получается, сработало. Самое красивое у тебя получилось, Black Fox. Можешь еще раз показать? Первое место, я думаю, занимает в этом раунде Black Fox. У него прям вообще очень красиво работало, видели? Второе место, я думаю, коту отдать, потому что у меня очень... Вот видите, зачем ты стрельнул? Ну, все равно вы видели, как красиво было. Прям идеально оно работает. Да, вообще, очень-очень красиво получилось. Ну, давайте приступать тогда к следующему раунду, удаляем все. Во втором раунде давайте построим вот такой танчик. Это старый танчик такой, из игры написано 1990 года. И мы должны сделать так, чтобы он мог ехать, стрелять и вращать башни. Ну что ж, давайте тогда начинать строить, засекай 10 минут. 3, 2, 1, 0, все строим. Так, 10 секунд осталось. 10 секунд, все, давайте, давайте. Так, я сохраняю сейчас свой мини-танчик.
и мы готовы. Что мне смотреть, что у нас за танчики получились в этом раунде. Так, с кого будем начинать, кто готов? Первый танк, который мы будем смотреть, начнем с конца, потому что кот тут такой нубик из Робокса, и посмотрим, что он умеет. Так, нажимайте на телефон. Нажимаю, ой. Не начинается. Что делать? Вот, получается, у тебя танк, который, типа, делает, что хочет, типа, искусственного интеллекта, но вообще это просто рандомные действия. Вот, он может... Вот он, допустим, хочет, поехал, хочет башню развернет, хочет стрельнет по кому-то, ну, как хочет, да, что делает. Рандомно действие, опять поехал, опять стрельнул. Дерево. Чё? Да, опять поехал. На порт ты нацелился. Опять стрельнул. Ну, вот такой у тебя танчик получился, который сам, типа, едет, куда хочет, туда стреляет. Давай поставим твоему танку красный цвет. Чему? Да я пошутил, зеленый ставлю. Ну, как минимум, все поставили у нас зеленый кубик. Можно отсылать от танчика металлик. Сейчас мы посмотрим танчик от Black Fox. Какой он? Сейчас нажимаю на кнопочку P. Смотрите, какой танк вот здесь получился. Он может ехать, крутить башни. Жесть, это что такое вообще? Ой. Бедный кот. Вот это я не приду. Вот это машина для уничтожения, понимаю. Также он может, конечно же, стрелять сейчас. По Рону, допустим. Пиу. И, конечно же, ехать. Вот, даже может куда-то заехать. Ой. Смотрите, вот такой большой танк у тебя получился. И очень функциональный. Давайте дадим ему оценочку. Я дам ему зеленый. Я дам ему желтый, только потому что он оранжевый. В оригинале он такой бежевый. Знал, он должен быть светло-желтым и связан с оранжевым оттенком серого. Поэтому у него чуть-чуть совпадает только с чуть-чуть оранжевым. Тут получается у нас 3 зеленых и 2 желтых. Теперь пошлите дальше. Давайте сейчас посмотрим мой танчик, чтобы разбавить все это. И вот я построил маленький танчик, вот смотри. Так вот где-то мой танчик, он состоит из пикселей. Немножко не похож на оригинал, но он умеет вот так стрелять. Маленький, зато мощный. Включи код ПВП, проверим его боевую мощь. Я не хочу, зачем мне всегда все проверять? За атаку, бах-бах, все, сейчас все уничтожу. Ла, маленький танчик едет всех уничтожать. Ла-ха-ха-ха-ха, все, пока. Надо. Ла, в атаку, в атаку, все, давай, пока, до свидания. Теперь с функцией моего танка. Он умеет ехать, также стрелять, у него есть пару барабанов для этого. То есть 3 выстрела. И у него еще крутится башня. Вот так у него крутится башня. Ну ладно, ну она крутилась, вы видели, да? Так, дальше. Какой танк сейчас будем смотреть? Давай посмотрим вот этот танк. Зеленый почему-то. Тот танк должен был желтым. Ну ладно, давай посмотрим. Дай-ка я попробую поуправлять. Этот танк умеет только стрелять, как я уже сказал. Ехать он не умеет, к сожалению. И он почему-то зеленый. Давайте дадим ему тоже оценку. Я дам ему желтую оценку. Ясно. Оценки у нас 3 зеленых, 2 желтых и 1 красная. Давайте посмотрим следующий танчик. Один зеленый, другой серый. Ну смотрите, он выглядит красиво. Такой мелкий танчик с гусеничками. Че такой красивый. Так, давай-ка попробуем поуправлять. Ого, маневренный. Это вообще прикольно. Ой-ой-ой, что он так раскрутился? Ну, это очень скоростной танк, я даже перевернулся. Так, ну, этот танк умеет ехать, правда, я нечаянно перевернулся. И, конечно же, стрелять. Но сейчас будет финальный третий раунд, в котором мы будем строить вот такую лягушку. Святой пельмень у нас включает таймер, и мы начинаем строить. Так, что тут у нас рядышком? У нас всего лишь 10 минут на такую постройку. Ну, в принципе, это очень легко, наверное. Так, у нас осталось еще 5 минут, уже прошло половина времени, и я здесь вижу, у Black Fox уже получается лягушка почти закончена, немножко вытянутая и приплюснутая. Так, а здесь что у нас? Здесь вообще все в точности собирается повторить, да? Все в точности прям делаешь. Да. Нормально, так лапку держишь, ну долго, но правильно все делаешь. Здесь у нас что? Никто не заметил, что задняя лапка немножко больше передней. Я знаю, я это давно заметил. А, ну ладно, тогда. Здесь у нас 4 лапки пока что только есть. А у Рона у нас пока что только ножки есть. Ну, о, он тут, ты тоже заметил то, что чуть побольше, да. Подписочка на ухо есть, то это не сделал, надо еще сделать, да. О, господи, здесь уже похоже. Ну, какой-то, знаешь, херобрина лягушка. И смотри, там сверху таких штуковин нет, там сразу. Ага, все, я понял. Да. Ну, у меня здесь какой-то, не знаю, блок из Майнкрафта, что ли. А вот так вот это у нас у кота получается. Я говорю, что у него быстрее всех получается. Я, в принципе, не ошибался. Ну зачем ты все это заворачиваешь? Я ж так не делал, ну ладно. Я не знаю, пока у кого больше всего похоже. Ну, я думаю, сам продолжу
покраску всего этого. Прошли 10 минут, мы закончили строить свои лягушки. И сейчас мы будем смотреть, какие они у нас получились, и будем их, конечно же, оценивать. Так, вот оригинал, образец, который мы должны были построить. Такая вот лягушечка. И пошлите тогда смотреть. Давайте начнем с этой, потому что она самая первая. Так, давайте посмотрим на эту лягушку. Ну, смотрите, вот лапы, они довольно правильные. Вот передняя большая, задняя маленькая. Такое вот тело, глаза. Ну, смотрите, очень даже похоже. Давайте ставить оценку тогда. Ставим блок и красим его. Можно ноги поставить. Я ставлю этой постройке зеленый блок. Так, посмотрим другие оценки. У нас тут 3 зеленых блока. Получается... Я желтый. Да. 3 человека оценивают на отлично эту постройку. И 3, так, на среднее. Не совсем не похоже, но и прям не похожим. Ну и, конечно, самые вы можете написать свои оценки в комментариях, и мы идем смотреть тогда следующую лягушку. Так, теперь будем оценивать вот эту лягушку. Ой, на сэндвич похоже, да? Так, давайте ставим блоки и красим их в цвет. Ну смотри, тут глаза довольно близко друг к другу стоят. Такие вот лапки большие. Ну что, это же шедевр. Да, бутерброд из лягушки как будто. Так, чё кто ставит? Я поставлю, ну, желтый блок я поставлю. Так, у нас тут 4 желтых блока. Один даже красный есть, вообще против. Вообще не похожи, если честно. Вот тут вот она какая-то слишком... Да, и один зеленый блок. Да, вот это у нас постройка Рона. Посмотрите, глаза красивые. Все красивое. Ножки, посмотрите, какие красивые. А тело это не важно. Так, здесь у нас прям вообще похоже. Вот только глаза немножко косые и все. Не, посмотрите, тут это все вообще красиво. Строилось. Давайте оценивать. Ошибка, глаза другие. Ну да, глаза немножко другие, но все остальное. Я ставлю зеленый блок, мне нравится. У нас тут 3 отрицательные оценки, 3 положительные. Тоже как у этой лягушки, прям на друг друга смотрят, оба похожи, да? И у обоих одинаковые оценки, 3-3. Так, давайте пойдем к следующей лягушке. Теперь у нас лягушка Блэк Фокса. Смотрите, это на маленького лягушонка похоже. Вот. Да, кстати. Давайте поставим зеленый, потому что, ну, маленький лягушонок, мне нравится. К тому же довольно похоже и красиво. Я ставлю зеленый. Кто-то красный поставил. 3 зеленых, 2 желтых и 1 красный. Дальше у нас моя лягушка. Да, она немножечко не похожа вообще. Кто что поставит? Ничего, это шедевр. Это она лучше оригинала. Лягушка, это детская, а мы строили на... Желтый. 4 желтых. Она детская. Ну, такая оценка. И теперь последняя лягушка от кота. Вот он даже написал им кот. Это взрослая лягушка. Да, вот такая у него лягушка получилась. Что поставим ей? Вот я поставлю зеленый тоже, да, красиво. Старик лягуха. Кто что поставит? Зеленых уважаю, старых лягух. Это был такой раунд, где мы строили лягушек. И на этом это видео заканчивается. Если вам нравится эта рубрика, то обязательно напишите об этом в комментариях. А сейчас вы можете посмотреть видео битву строителей и дворяны. Ну а с вами был Геймс. Всем пока.